Всем привет, лисята, с вами я, Лисичка ТВ, и сегодня мы поиграем в Pony Town. И некоторые спрашивают у некоторых людей, но не у меня точно, но у меня дева спрашивали, как получить плюшевую версию вас на голове. А я вам сейчас и покажу. Ну, для начала, пожалуйста, поставь лайк. И, ну, не на это видео, а на видео с ФНАФом, и тогда выйдет новая часть. То есть 5 лайков или 10, и тогда точно выйдет вторая ночь. Вот, у меня как раз закреплена вкладка, ссылка на эту игру, вот сейчас. Так, и напишите, как вы провели Новый год, мне будет интересно почитать, и что вам подарили. Ну, а мы начинаем. И простите, что у меня голос как у мальчика, просто я болею. Да, у меня горло болит. Вот, хочу фонарик включить, так вот. Вот смотрите, чтобы получить пони, как у меня, вот я. Сейчас я уберу снег. Ой. Чтобы получить версию вашей плюшевой фигни. Короче, чтобы получить плюшевую версию вас, вы должны собрать вот таких вот 100 подарков. Но у меня уже больше 100, намного больше. Нажимайся. Вот. Больше 100, блин, просто много всего будет. И в конце видео покажу мои скины. Так, смотрите, вот вы собрали 100 подарков. Вы должны пойти сюда и нажать. Вот представьте, вот, смотрите, вот и нажать. Вот представьте, что вот у вас нету вот пони, да? Видите, вот нету. Вы подошли, нажали, и у вас пони. И давайте мы немножко еще погуляем в Pony Town. Я вам с вами там поговорю. Побеседуем. И вот, кстати, тут появились много-много-много новых вещей. Это снеговики. Подарочки, снеговики с украшением, елочки с подарочками. И что еще? Все. А, еще также можно собрать яблоко. А, и чтобы забрать подарок, вам надо просто на него нажать. Ну, вы видите эффект от моей мыши, я там сделала. Вот. Так, ой, я застряла. Так, давайте мы найдем себе друга, что ли. Хотя нет. А, я вам ничего не забыла сказать. Если вы хотите поменять цвет вашей плюшевой версии, то вы должны нажать справа есть такая вот кнопка, точнее, это винтик, короче. Вы должны нажать, вот, смотрите, вот моя мышка, и она вот. Тут у нас появляется много всяких фигней. Вы должны просто нажать на Летив. Моя подруга пришла, но на меню узнала, потому что у меня новый скин. Вот. И у нас появляется меню. Вы нажимаете на Эгис, нажимаете на самую последнюю, тут самая последняя, и нажимаете вот сюда на нажмите на галочку. И вы можете поменять цвет. На любой цвет. Вообще, вот на любой, абсолютно на любой. Но хочу, чтобы она пока вот у меня вот такой побыла. Да, волосы у нее пусть тоже будут такими, как у меня. Вот, и вы потом сохраняете, но мне не надо, и заходите в игру, и играете. Кстати, мне говорят, что как-то 18+, отличается совсем от этого. Я не понимаю именно, чем она отличается. Я не понимаю. Боже. Зашла такая же карта, только пони побольше. Вот. Эх, если бы мне было бы столько подписчиков. Давайте, мы не должны попасться на глаза моей подруги, потому что вдруг она меня узнает, хотя это у меня новый скин. Да, вот, короче, смотрите. Снеговик, здорово! Волна, здорово. Боже, я когда, я эту Кэтрин уже вижу второй день, блин. Я когда вчера играла, точнее сегодня ночью, на Новый год, я, короче, такая вижу, о, Джиф убийца, нет, это Кэтрин. Бэйби, блин, попадос. Еще бывает такое, что за мной пони бегают, типа, о, той Чика, слушай, привет, типа, там давно не виделись, хотя их вообще не знаю. Я такая спрашиваю, кто вы такие, они говорят, да, мы твои фанаты, мы ж ФНАФ любим. Напишем ему, да ладно, то что он бот.
Ой, я прошла сквозь камни, это как? А. Кривой смайлик. Боже. Все, я попадос. Теперь мне конец. Теперь мне конец. Я вам отвечаю. Теперь меня никто не отпустит. Ой, Винди, серьезно? Класс. Слушай, блин, за что тут нельзя на скины лайки ставить? Так, у меня есть. Блин, вот теперь мне начали писать. Это вообще... Хватит мне писать, пожалуйста. Не засоряйте ЛС вообще. Ну ладно, давайте я с вами что ли поговорю. Тут буду с ними гулять, потому что... что она написала? Я английский изучаю, да, но я не поняла. Я не успела прочитать, что ты написала? Зис там что-то... Там что-то... Новогоднее настроение. Простите, что я молчу, просто я пишу. Ну серьезно, ну блин, жаль, что тут лайки не заставят. Реально в Винди, слушайте. Ты чувствуешь, когда ты пишешь с ошибками? Саёки Сахарок. Так, я вот с ними попереписывалась чуточку. Все, короче, ушли уже. Да, ушли. Ну вот, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я уже должна его заканчивать. Ну что, десят, надеюсь, вам понравилось это видео. Поставь лайк, если хочешь. Или дизлайк, но нежелательно. Да что вы за мной бегаете, задрали уже? Помогите! Помогите! Во, правильно, покричи за меня. Блин, я хочу от него спрятаться. Пожалуйста, твори тут. Подожди, подожди. Ай. Твори. Помогите мне от него спрятаться, пожалуйста. Yes, мы от него оторвались. Давайте мы наверх побежим, чтобы он нас не увидел. Ну что, мне уже пора заканчивать это видео, потому что за мной уже охотятся. Простите, я болею. Ну что, пока, лисята. Увидимся в следующем видео. И FNAF выйдет, как только... Вторая ночь выйдет тогда, когда... То... Ну, FNAF один... когда первая ночь наберу 10 лайков. Пока.